Чтобы попасть на небеса, мы нуждаемся в полной трансформации. Мы нуждаемся в ней как отдельные люди и как церковь в целом. Настало время говорить об этом, ведь к нам относится весть о том, что прямое свидетельство вызовет просеивание. Студия «Изумительные открытия» и пастор Вальтер Вайс представляют серию тем под названием «Полная трансформация». Мы должны будем пережить полную трансформацию. Иеремия, пророк, возвещающий беду. Сегодня мы поговорим о пророке Иеремии. Я назвал эту лекцию «Иеремия, пророк, возвещающий беду». Вспомним, что Иеремия пророчествовал во время падения Иерусалима. Интересно отметить следующее. Даниил отмечает в своей книге, что он изучал записи пророка Иеремии. Наш главный текст для всей серии лекций – послание к Римлянам 12:2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Эти слова связаны с нашей лекцией. Все эти лекции рассматривают типологию, прообразность. Эти истории служат прообразом того, что происходит в наше время. Адвентистская весть – это призыв к покаянию и послушанию, и к внешнему миру в виде трехангельской вести и к церкви. Это своего рода обоюдоострый меч. И в этом конфликте суббота будет своего рода осью и маяком, свет которого будет действовать подобно ножу в мире, а также создаст великую пропасть между теми, кто послушен Божьим заповедям святым, и теми, кто противится им. Необходимо будет принимать решения. Компромиссы будут невозможны. Никаких компромиссов. Бог никогда не идет на компромиссы в вопросах своей истины, и, видимо, другая сторона на компромиссы тоже не пойдет. Поэтому наша миссия представляет, на первый взгляд, представляется невозможной. Наша весть также кажется бессильной. Шансы на успех также кажутся нулевыми. Создается впечатление, что мы уперлись в кирпичную стену. Настали тяжкие времена. Римский католический веб-сайт immaculateheart.com описал эту проблему в декабре 2003 года, ссылаясь на статью, написанную около 120 лет до этого, где вопрос соблюдения воскресения был оспорен церковью адвентистов седьмого дня. И Рим издал статью, подтверждая, что их, адвентистов, аргументы верны. Более 100 лет назад издание «Зеркало католицизма» за 2 сентября 1893 года выпустило серию статей, обсуждающих право протестантских церквей поклоняться Богу в воскресенье. В статьях утверждают, что христианам, если они не желают признавать авторитет католической церкви, назначать день поклонения, следует поклоняться Богу по субботам. Это интересно. Затем статьи обращаются к истории, к совету в городе Трент, где архиепископ рассмотрел некую дилемму. Протестанты говорили, что Рим отступил от Бога, а Рим придерживался традиций. После этого он выступил с речью и сказал: «Протестанты,
вы сами не придерживаетесь своего же лозунга «Сола Скриптура», потому что вы соблюдаете воскресенье. Мы все знаем, что этот день установлен традицией, поэтому, несмотря на ваш протест, вы на самом деле признаете авторитет Римской католической церкви. Вы следуете традиции. Именно тогда на совете в Тренте был принят курс послушания традиции. Описание было подчинено самой традиции, чтобы толковаться во свете традиций. На этом противостояние не закончилось, это было только началом. Редактор этой веб-страницы отметил, вызов, брошенный Римом более 100 лет назад, так и не принят. Либо права католической церковь, либо адвентисты седьмого дня. Третьей альтернативы не может быть. Я цитировал только что не свои слова, а слова самих католиков. И если не будет сделан этот выбор, то все учение «Сола Скриптура» потерпит крах. Это абсолютно верное замечание. Вот почему протестантизм сегодня зашел в тупик. Они желают признавать принципы протестантизма, но они оставили свои позиции, избрав послушание предписаниям Рима. И теперь эта небольшая группа адвентистов, этот мордехей у ворот, так сказать, сидит там как заноза для обоих сторон. В случае неприятия этого вызова, продолжают католики, они останутся со своей выдуманной религией, выдуманным Богом и выдуманным набором вероучений, которые служат целям людей, а не Творца. Подобно сатане и подобно Лютеру, перед ними протестанты сказали Богу, если не словами, то своими действиями и своими мыслями «я не буду послушен». Рим относится к протестантскому миру как к непослушному ребенку. Вам нужно вернуться в лоно церкви, потому что вы не придерживаетесь своего принципа «Сола Скриптура». И в то же время католики явно заявили о том, что выбор на самом деле состоит между адвентистом седьмого дня либо католицизмом. Другого выбора нет. Либо одно, либо другое. Рим собственноручно отделил всех протестантов в одну категорию, а эту небольшую группу церковь адвентистов, этого мордехея, так сказать, поставил у ворот. Вызов продолжает звучать, но у вас нет никакого ответа ни у евангелических церквей, ни у фундаменталистов, ни у других протестантов, где бы то ни было. Фактически остается только явная власть католической церкви, данная ей Богом, которая и задает тон. Сейчас вы услышите их упоминание об адвентистах седьмого дня. Продолжаю цитировать. «Церковь адвентистов седьмого дня, по крайней мере, придерживается до самого предела принципов Сола Скриптура, какими бы странными они ни казались. Но это вряд ли делает им честь, потому что ошибаться полностью не лучше, чем ошибаться частично, особенно когда речь идет о вечном спасении душ». Итак, на этом римском католическом веб-сайте они опубликовали свой взгляд, фактически заявив, что принцип Сола Скриптура в самой своей основе неверен. Называя учение адвентистов ложным, они называют ложным принцип Сола Скриптура. В этом и все противостояние. Кто имеет Божий авторитет истинности? Это либо Папа в Риме, либо Бог, сотворивший небо и землю. Другой альтернативы нет. Итак, вызов сделан, перчатка брошена. Если мы оставим субботу, мы будем оторваны от своих корней, оторваны от протестантских принципов, от принципа «Сола Скриптура», а также от принципа «Сола Христос», потому что мы подчинимся другому «искупителю» в кавычках с другими правилами. Оставшись без корней, мы оставим и свои обязательства. Если нет корней, то где окажутся наши стандарты? Что является нормой, сказанная какими-то людьми или сказанная Богом? Это не будет иметь никакого значения. Итак, без субботы само наше происхождение становится туманным. Без субботы наше спасение под вопросом. Суббота — это знамение, напоминающее нам о нашем происхождении и знамение искупления. 20 глава книги Исход, стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы светить его,
Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Это ясная заповедь. Почему же Бог дал ее? Ибо в шесть дней создал Бог Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Он наш Творец, поэтому и имеет власть над нами. Он владеет нами по праву сотворения и по праву искупления. Он купил нас дорогой ценой после того, как мы продали себя за ничто или за ложь. Он же искупил нас величайшей ценой, которую только могут предоставить все небеса. Наблюдай день субботний, сказано во Второзаконии 5 главе, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Затем сказаны те же слова, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Итак, суббота указывает на сотворение, а также суббота указывает на искупление. Я размышляю о том, что мир, по-видимому, стремится стереть из памяти наше благородное происхождение, ставя нас на один уровень с простыми животными, которые эволюционировали миллионы лет назад из примитивной слизи. Такой сценарий насаждается повсюду в мире. Это, конечно, устраняет и субботу, как шестой день творения. Кто пожелает трудиться только шесть дней, указывая на буквальное сотворение мира в эти шесть дней, если такого не было? Если наше происхождение так примитивно, то все же мы, но все же мы развиваемся и становимся лучше, то грехопадения фактически не было, они говорят. А если не было грехопадения, то и у нас нет нужды в искуплении. Христос убирается в сторону, и наши исторические сведения о Его рождении умалчиваются в наши дни, поскольку они разделяют историков. Эти сведения убираются из учебников, чтобы соблюсти политкорректность. Тем самым Христос устраняется из истории человечества. История делилась на два периода. Период до Рождества Христова и период после Рождества Христова. Но сейчас уже не так. Сейчас уже говорят период до нашей эры и период нашей эры. Очень странное деление. Разве могут все люди христианскую эру назвать нашей? Мир запрограммирован на то, чтобы верить сказкам. Эти сказки учителя преподают в наших школах под угрозой увольнения. Мне нравится думать о том, что все сказки начинаются словами «однажды», «очень давно». И все современные учебники по биологии так и начинаются. «Однажды», «миллионы» и «миллионы лет назад». Поэтому порой невелика разница между современной наукой и сказочниками. Вернее, между философией современной науки и сказками. Эволюция не содержит никакой морали. Если я произошел от какой-то слизи и направляюсь к чему-то лучшему, то это не подразумевает никакой морали, никакого восприятия добра и зла. Поэтому человечество верит в то, что они могут устранить мораль, что уже сделано. И затем, когда последствия этого начнут ужасать, когда люди станут массово гибнуть от болезней, передающихся половым путем из-за нераспущенности, они скажут, нам необходимо это понятие, но мы заменим его понятием меры предосторожности. Меры предосторожности. Разве это не интересно? Давайте просто принимать меры предосторожности, а мораль нам не нужна. Возложим ее на алтарь. В таком мире мы с вами живем. Таков наш мир. Римлянам 1 глава. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Все могут быть спасены. Спасение не закрыто ни от кого.
В Евангелии открывается правда Божия, праведность Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. А без веры угодить Богу невозможно. Нам нужно верить, что Бог есть, иначе у нас веры не будет, говорит Библия. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправедностью. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. У нас нет оправдания, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны или не имеют оправдания. Каждый ученый, углубляющийся в чудеса и тайны Вселенной, рассматривая феноменальные явления, строение функций клеток и живых организмов, каждый ученый поражается этой сложности. И чем глубже мы проникаем, тем меньше понимаем всю эту сложность. Но верить Богу, нет, это не для нас. Вся эта сложность появилась случайно. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. В Библии есть лучшее описание этого процесса. Там сказано: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Таково наше сегодняшнее состояние. Есть даже поговорка: мы не можем впустить божественную ногу в эту дверь, имея в виду научные вопросы. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Все сводится к идолопоклонству, в конце концов. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца». Как сказал Роберт Шулер, нам нужна религия, сосредоточенная на человеке. Целые века мы имеем религию, сосредоточенную на Боге. То есть нам нужно концентрироваться на человеке. Кстати, в Ватикане говорят то же самое. Оттуда и взята эта цель. Папа Павел VI сказал о том, что нам нужна религия, сосредоточенная не на Боге, а на человеке. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Это очень странно, что мир выбросил эти истины в мусорную корзину и говорит: «Это мораль. Ты проповедуешь мораль, а мы проповедуем просвещение. Нам не нужны эти проповеди в век, в который мы сегодня живем». Но если из-за пренебрежения этой моралью приходят болезни, смерть, вирусы, инфекции, то они в таком случае придумали термин «предохранение» или «предостережение». И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Итак, мы становимся хуже и хуже. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники. Похоже на описание голливудских фильмов. Разве не видели вы голливудский фильм, не имеющий всех этих характеристик? Если эти качества там не будут прославлены, то он не будет иметь ценности. Он не будет успешным. Клеветники, богоненавистники и самые выдающиеся характеристики голливудских героев особенно отличаются отвержением Бога и всех его ценностей.
Обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Мы уважаем этих актеров, которые изображают и демонстрируют все это зло. Более остальных их уважаем. И мы смотрим все эти телешоу, в которых мы восхищаемся теми, кто все это делает. Если древний Израиль не слушал Бога, то что говорить уже о том, чтобы весь мир прислушался к Богу? Пророк Иеремия — это образ представителя Божьего в последнем конфликте как внутри церкви, так и за ее пределами. Мы имеем этот обоюдоострый меч и его действие. Божьи вестники, как овцы среди волков, мы читаем в духе пророчества. Вести и упреки, данные Богом через его пророков, отступническому, изменившему Израилю, не привели его к покаянию. Неверно понятые, неверно представленные, его вестники были как овцы среди волков. Многие из них были убиты зверским образом. Как пренебрежительно иудейский народ отнесся к вести, которую Бог дал им через своего пророка Иеремию. О своем опыте пророк Иеремия говорит: «Ты обманул меня, Господи, и я обманут. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Он попал в серьезные проблемы. Противостояние вести Иеремии было таким сильным, что он так часто переживал насмешки и издевательства, что он сказал: «Не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его». Я понимаю его чувства. Я переживал их. Так было всегда. Из-за горькой ненависти и противления Слову Божьему, посланному от Бога для предостережения, многие другие вестники Божьи тоже делали так, как сделал Иеремия. Но что этот пророк делал после этих слов? Он всеми силами старался молчать, но не мог молчать. Как только он приходил в собрание народа, он обнаруживал, что Дух Божий сильнее его. Мы читаем: «Но было его слово в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Он просто не мог молчать, вынужден был говорить. Я тоже часто говорил: «Господи, я не желаю больше этого делать. Очень не хочу больше этого делать. Сегодня я сяду и приготовлю милую, мягкую, добрую, долготерпеливую, приятную и любвеобильную проповедь. Я сажусь с этой целью, и когда все окончено, на это противно смотреть». И я говорю: «О, Господи, почему я? Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему». На него нападали со всех сторон. В этом поколении, когда рабы Божьи проповедуют Слово Божие для предостережения беззаконников, для обличения тех, кто привносит ложные принципы, разве они не проходят через опыт Иеремии? Мы живем в такое же время. Мы живем во время исполнения этого прообраза. Так неужели мы должны ожидать чего-то лучшего? Когда предлагается такой курс действий, который извращает справедливость и суд, слово от Господа должно прозвучать в обличении. Не нужно молчать.
Даже сегодня мы сталкиваемся с теми проблемами, которые видели рабы Господни в дни древнего Израиля, когда они были посланы им для разоблачения беззаконий, оказывающих разлагающее действие. Итак, некоторые вещи просто необходимо будет сделать. Кому-то придется принять на себя это бремя. Чистая истина для нашего времени требует реформ в жизни, но они отделяют себя от любви истины. Господь посылает весть народу, трубу к устам моим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. В день венчания Спасителя Он не признает своим никого, кто не будет без пятна и порока. Эта новая теология, записывающая всех подряд в Царство Божие, не соответствует Библии. Но своим верным Он даст венцы бессмертной славы. Те, кто не желал, чтобы Он царствовал над ними, увидят Его, окруженного воинством искупленных, в котором каждый будет отмечен знаком «Господь наша праведность». Они увидят ту голову, которая однажды была увенчана терновым венцом, увенчанной венцом славы. Возмездие грядет и не замедлит. Давайте прочтем слова Иеремии. Мы выделим некоторые пункты. Иеремия был сыном Хилкии священника. Он вышел из священнической семьи. Господь явился ему и говорил с ним в дни царя Иосии. Иосия был хорошим царем. Он был замечательным царем. Он был молодым, когда взошел на трон, и он любил Господа, которому было слово Господне в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его. И также в дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского. Именно тогда они начали идти по наклонной вниз. До конца 11-го года Сидекии, то есть до самого конца, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце, то есть до самой второй осады и разрушения Иерусалима. В это время жил Иеремия. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Что эти факты говорят насчет учения Мартина об абортах? Пророкам это проблема. Пророком для народов поставил тебя. Прежде рождения, что ли? Да. Я сказал, пишет Иеремия, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Он был молодым. Фактически он был молодым юношей. Около 17 лет от роду. Разве это не изумительно? Замечательный и интересный возраст. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, сделаешь, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И этот юноша противостал всем этим первосвященникам и начальникам, царям и всем остальным. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя сей день над народами». Взгляните на это поручение. Над народами – это единственное число или множественное число? Множественное число. И над царствами – тоже множественное число. Чтобы искоренять и разорять, губить, и разрушать, созидать и насаждать. Если бы не последние два слова, была бы большая беда. Но мне кажется, что миссия пророка – уничтожение заблуждений, царящих в мире. Разве не так? Что же будет миссией антитипа? Разве не то же самое? Нам нужно называть заблуждение своим именем. Но вы не можете только разрушать. Необходимо также и созидать, и взращивать.
И было слово Господне ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Если взглянуть на опыт ранних адвентистов, мы всегда говорим о той маленькой старенькой леди Эллен Уайт. Все об этой маленькой пожилой леди. И представляя себе всех этих мужей, всех этих пионеров, мы видим в своем воображении длинные бороды и пожилого возраста старцев. Но эти люди были молодыми, прямо как молоденький Иеремия. Джон Андрюс ушел из школы в 11 лет. Вы подумаете, что он был неразвитым, но нет же. Он обучался самостоятельно, он разговаривал на 7 языках. Он мог прочесть весь Новый Завет на память. Весь Новый Завет на память. Кто из нас способен на такое? Он принял истину о субботе в 15 лет. В 20 лет он уже писал статьи в издании «Ревьон Геральд». Он с Урией Смитом поженились на сестрах, и в 22 года он уже был членом издательского комитета. Молодой человек. Очень молодой. Иосиф Бейтс. Его жизнь была не сладкой. Он был морским капитаном. В 15 лет он уже был юнгой. Учиться ему довелось немного. Он пережил кораблекрушение, побывал в заключении. Его жизнь была тяжелая. Истину о субботе он принял молодым. Урия Смит. У него была любопытная биография. Вы видите на фотографии старого человека и, соответственно, представляете его таким. Но нет же. Он потерял ногу в 12 лет. Это было в 1844 году. Итак, в год великого разочарования ему было 12 лет. Он изобрел сгибающийся сустав и голеностопный сустав, которые до сих пор используются в производстве протезов. Потеряв ногу выше колена, он имел работу от Бога. Он не мог ходить и прибедняться. У него была работа, поэтому он изобрел протез, в котором сгибалось как колено, так и голеностоп. И это изобретение до сих пор используется. Это просто изумительно. Он не позволил отсутствующей ноге изменить его жизненные планы. Потеря ноги его не остановила. В 20 лет он присоединился к адвентистам. В 21 год он подключился к издательской работе. Все эти люди тогда были не старыми клячами, а молодыми людьми. Не буду перечислять всех. Эллен Гарман всего лишь в 17 лет была призвана к пророческому служению. 17 лет. Через 2 года, когда ей было 19 лет, она вышла замуж за Джеймса Уайта, которому на тот момент было 25 лет. Но и он в начале своего служения был всего лишь 23 лет. Молодой человек. Джордж Вашингтон Амадан был 21 года. Джон Аллен Берд был 20 лет. Джордж Батлер был 22 лет. Артур Дэниелс 20 лет. Хирам Эдсон был самым старшим среди них. Ему было 37 лет. Хаскелу было 20 лет, Моисею Холлу 20, Лоуфбороу 20, Саре Макентерфер было 20 лет. Эти люди были совсем не пожилыми. Господь, я же ребенок, я не могу этого сделать. Когда же наша молодежь встанет и скажет: они могли, и мы сделаем это? С 13 стиха. «И было слово Господне ко мне в другой раз. Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера. Сегодня я тоже вижу бурлящий котел, и лицо его смотрит на север». Вавилон уже в пути. Я могу слышать звук колес, ибо они приближаются к Иерусалиму.
И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли, ибо вот я призову все племена царств северных». Царство или племена? Говорит Господь: «И придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских». Итак, проблема в том, что они противостоят юридической системе праведности и против закона. Стена символизирует закон, а ворота символизируют суд. «И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих». Итак, Бог собирается излить возмездие на свой собственный неверный Ему народ. Те обстоятельства, грядущие с севера, будут использованы для очищения Божьей Церкви. Исполнение этого прообраза будет таким же. «А ты припаяшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Мы имеем веру, мы знаем, в кого уверовали. Если мы будем бояться и роптать, то мы потерпим неудачу. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, говорит Господь Иеремии, и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Противодействие изнутри придет отовсюду, начиная от самого высокого уровня и заканчивая самым низким. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Эта весть не перестанет звучать, несмотря на противодействие. Итак, Иеремия предупреждал о вторжении с севера со стороны Вавилона, а также предупреждал относительно отступничества внутри народа. Это было его миссией. Вторая глава книги Иеремии: «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима, так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа». Вы тоже были там когда-то. Почему же вы опустились до сегодняшнего своего положения? Начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Итак, мы имеем все эти чуждые вавилонские воззрения в нашей среде. Но откуда мы не спали? Мы придерживались толпов адвентизма, субботы, святилища и все эти величественные вести. Мы знали, где находится наш враг. Сегодня же это уже не так. «Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Господь, — ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе различные свои изобретения, приводящие ко всевозможным видам видимости движения, чтобы постоянно быть занятыми. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Почему его уничтожают? Что происходит?» Подведем итоги. Иеремия символизирует тип вести, которую должны нести мы. И притом не только для мира за пределами церкви, но и нашему народу. Еще никогда в церкви не было такого кризиса. В нашей церкви вавилоняне наступают, и Бог призывает молодых юношей и девушек занять место в проломе. В Иерусалиме антитип был также молодой отраслью в руках Господа. Когда первые вести истины были открыты, наши пионеры были совсем юными. Эллен Уайт было всего 17 лет, когда Бог призвал ее к служению пророка.
Она же сказала: «Нет, я молода, я не могу этого делать, я не могу говорить, я больна, я то, я это». Но Господь позаботился обо всем этом. 3 года образования. И даже самые утонченные умы нашей планеты не могут проникнуть во всю глубину того, что она написала. Израиль рос подобно нежному ростку, молодой лозе, и преуспевал под покровительством Божественной руки. В обстоятельствах великих трудностей и сильнейшего сопротивления церковь росла, несмотря на все нападки. Тем не менее, было предсказано, что отступление Альфа с Келлогом во главе повторится, как отступление Омега, но Омега будет более ужасающей, чем Альфа. Мы уже все это имеем, мы знаем, что это уже пришло, мы можем видеть это. Это печально, но в то же время это значит, что мы направляемся домой. Бог призывает молодых мужчин и женщин, подобно Иеремии, встать за праведность и истину против всякого влияния, как извне, так и изнутри. Вавилоняне уже идут, и с ними к нам придет такое просеивание, которого мы не можем себе представить. Все, что можно потрясти, будет потрясено. О, если бы мы только представляли себе размеры этой угрозы. Но даже 1 из 20 не готов к грядущим испытаниям. Все это уже записано. Вы можете проверить сами. Царь Северный уже расставляет свой шатер в пределах Иерусалимских стен. Взглянем на эти тексты из книги Даниила, 11 глава, 40 текста. Как вы помните, Даниил и Иеремия — современники. Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь Северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями. Любопытно. Корабль в библейской прообразности всегда является символом экономики. Корабли нагружались всяким добром. Поэтому экономика будет играть очень важную роль в этом конфликте. И нападет на области множественное число, и наводнит их, и пройдет через них. Никто не устоит на пути царя Северного. И войдет он в прекраснейшую из земель. И многие области пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. Господь перечисляет несколько языческих народов, чтобы дать нам образ того, что даже среди язычников будут те, кто спасется и присоединится к народу Божьему, несмотря на то, что будет происходить. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. Никто, даже атеизм, не устоит против него. Они последуют его указу, они примут его начертание на руку. Египтяне или те, кто исповедует атеизм, не верят в сотворение мира, проповедуют эволюцию как в церкви, так и за ее пределами. Они не избегнут этого. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Он, царь Северный, будет управлять мировой экономикой. Столица мировой экономики — это Лондон. Лондон — это независимая единица внутри страны. И она подчинится короне, то есть папству, управляемому иезуитами. Ливийцы и эфиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и с севера встревожат его. Христос грядет с востока. Раздастся весть. Господь грядет скоро. Приготовьтесь, сделайте прямыми стези для Господа. Север — это место истинного трона Божьего. И когда Иисус придет, Он придет в Своей славе, во славе Своего Отца, а также во славе всех ангелов. Думаю, что Он должен будет встревожиться вестью об очень скором пришествии Христа, Царь Северный.
и раскинет он царские шатры свои между морем и славной святой горой. Конечно, читая старый перевод, вы будете понимать суть. Думаю, что этот перевод текста верен. Поэтому я боюсь, что мне придется указывать на неверные объяснения этих вопросов даже в наших рядах. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Это радует. И восстанет на то время Михаил, в переводе «такой же, как и Бог», князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое. Такого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Конфликт будет прямо здесь. Очень любопытно понимать, что экономика будет играть в этом очень важную роль. Идет великая борьба между добром и злом, мы читаем в духе пророчества. Есть люди, которые ныне под руководством сатаны делают, они будут делать, как в русском переводе, все от себя зависящее, чтобы ввергнуть мир в борьбу за прибыль. Таким образом, сатана пытается создать такое положение вещей, которое сделает мир нецивилизованным. Другими словами, свою роль будут играть торговые объединения наряду с покушениями, бунтами, борьбой, хаосом, энергетическими кризисами, крахом коммуникаций, большие очереди проблем, срочно требующих решения, будут отвлекать от главного. Это захватит и вас, если вы будете беспокоиться по поводу этой экономической ситуации. Он желает видеть осуществление необычных вещей, которые Бог, слишком мудрый, чтобы ошибаться, не предусматривал. Но Господь наш Бог будет править на небесах и на земле. Если люди будут исполнять Его волю, станет видно, что Он является правителем, осуществляющим свою божественную волю. Несмотря на происходящее вокруг нас, не волнуйтесь. Не паникуйте. Ваш хлеб и вода будут вам даны. Тысячи падут возле вас и 10 тысяч, но к вам не приблизится. Пророк говорит об этом как в прообразе, так и в исполнении. И дух пророчества говорит об этом же. Мы наблюдаем совершенную гармонию. Папа призывает к объединению мировой финансовой системы, говоря о том, что этика должна руководить всеми этими действиями. Он желает быть совестью мира, и цари земные отдадут свою власть зверю, говорит Библия. Они отдадут ему свою власть, и он станет этическим голосом. И одна из этических причин, по которым он выйдет вперед, потому что воскресенье — это день отдыха трудящихся. Такой этики он и хочет. Он желает выступить против Божьего закона и установить свой закон. Папа Бенедикт призвал к этике и солидарности во всемирной финансовой системе, упрекая правительства тех стран, которые, по его словам, не действовали подобающим образом, допуская нарушения, причиняющие вред бедным странам. Он сказал, «Этическое взаимодействие между совестью и разумом, по-видимому, стало слишком слабым у тех лидеров, которые снова и снова оказываются лицом к лицу со случаями безответственных злоупотреблений по отношению к слабым странам и при этом не способны реагировать посредством адекватных решений в отношении финансового управления. Именно он будет решать эти вопросы, и в конце концов вся экономика окажется в его руках. Библия говорит об этом. Факты истории говорят об этом. Где все золото мира? Разве не Англия с Америкой высосали его из Африки? Там его уже нет. Куда же это золото уплыло на кораблях? Англия с Америкой. А где американское золото? Оно также уплыло. Оно уже в Лондоне. И мировые лидеры подчиняются ордену Мальты, который подчинен иезуитам, которые едины с папством, что прописано в их уставе.
Джордж Буш кладет руку на сердце в кафедральном соборе Святого Петра. Они подчиняются царю Северному. Называя себя оппозицией или не называя себя оппозицией, они подчиняются царю Северному. Они сделают все, что от них потребуется. По-другому быть не может. Мне нравится, как говорит Библия. Цари земные отдали силу свою зверю. Потому что демократия, независимо от того, какие силы будут ее возглавлять, не будет иметь никакого влияния. Оба кандидата уже подчинены. И оба представляют царей. Потому что со времени Вашингтона правили только цари. И это фарс разыгрывается перед всем миром. Настоящий контроль над всем принадлежит царю Северному. И это уже не держит в секрете. Даже эта фотография красноречиво об этом говорит. Генри Киссинджер. Очень высокопоставленное лицо, если взять общество, в которых он состоит, как Бундербергское, которое, между прочим, было организовано европейскими царями вместе с иезуитами. Обама намерен создать новый мировой порядок. Гуру политики говорит, что глобальный переворот предоставляет великую возможность. Конфликты по всему земному шару и международный интерес к Бараку Обаме создали совершенные условия для учреждения нового мирового порядка. По словам Генри Киссинджера, лауреата Нобелевской премии мира и госсекретаря при президентстве Ричарда Никсона, президент-избранник вступает в должность в тот момент, когда перевороты случились во многих частях мира одновременно. Затем он перечисляет эти места и говорит, новый мировой порядок может быть создан. Ситуация представляет собой великую возможность для этого, а не просто кризис. Существует нужда в новом мировом порядке. Я думаю, что в конце своего президентского срока, со всеми его волнениями и в начале следующего, мы сможем на самом деле стать свидетелями создания нового мирового порядка. Разве не потрясающие слова? В конце этого президентского срока, говорит он о сроке президентства Джорджа Буша, и в начале следующего мы сможем стать свидетелями создания нового мирового порядка. Он также говорит, люди видят перед собой только пропасть. С одной стороны, мусульманский мир, вдобавок к этому все беспорядки. В завершение интервью Киссинджера корреспондент CNBC спросил его, уверены ли вы в людях, которых Обама избрал в качестве своего окружения? Просмотрев этот список, вы увидите там много иезуитов. Киссинджер ответил, он назначил чрезвычайно способную группу людей, как в сфере международных отношений, так и в сфере финансов. Царь Северный. Кто способен воевать с ним? Он держит мировую экономику в своей руке, а также владеет военной мощью. Это видеозапись интервью Киссинджера, в котором он немного охрипшим голосом, как у меня, говорит нечто интересное. Послушаем его. Что, по вашему мнению, важнее всего для Барака Обамы? Мы говорили о дипломатических отношениях с Китаем, но если бы вы могли назвать ту страну или конфликт, или сферу особой работы администрации Обамы, то что бы вы назвали? Трудно назвать какое-то одно место или сферу, потому что много задач стоит в разных местах одновременно. Конфликт Индии и Пакистана, проблемы с движением джихад. Пожалуй, нельзя назвать какую-то одну проблему, которая была бы самой важной. Но Обама может придать новое направление внешней политике Америки. Отчасти потому, что в мире его воспринимают весьма живо и с большим вниманием. Я думаю, что его заданием должно быть развитие всеобщей стратегии для Америки в этот период, когда может быть создан новый мировой порядок. Сейчас для этого в мире появилась великая возможность, а не просто кризис. Вы говорили также о людях, избранных президентом, и об их опыте в своих сферах деятельности.
Он назначил чрезвычайно способных людей в свою группу, как в международной сфере, так и в финансовой области. Спасибо вам, что уделили нам время. Вы слышали своими собственными ушами то, что сказал Киссинджер. Перенесемся в Англию. На Британские острова в 1982 году прилетел Иоанн Павел II. Вот какая сцена там случилась. Он поцеловал эту землю, что всегда является символом того, что он считает эту землю своей землей. Они мои. Перед вами папа, который сейчас на этой должности. Это его визит в Великобританию буквально на днях. Газета Mail Online пишет: «Вы заставили нас задуматься», Дэвид Камерон сказал папе Бенедикту после невероятно восхитительных 4 дней. «Вы бросили вызов всей стране, призвали сесть и задуматься, а это может привести только к хорошему». Разве это не любопытно? Премьер-министр описал свою веру как довольно классическую англиканскую веру, веру, которая временами теплеет, а временами остывает. Он также сказал, что религия была в самом центре этого нового движения. Мы снова видим царя Северного. Он победит секулярность последних дней. Он поразит царя Южного. И он будет править. Премьер-министр Дэвид Камерон поблагодарил папу Бенедикта за его призыв к англичанам сесть и подумать. Это также удивительно. Там также проводилась канонизация. Сейчас нет возможности поговорить об этих вещах. Киссинджер сказал, что этот новый мировой порядок может наступить во время президентства Обамы. Он сказал, что возможности для этого просто уникальны. Мы можем увидеть его создание. Папа призывает к новому мировому порядку. Об этом говорят новости. В 2010 году, 24 мая, Обама также призывал к новому мировому порядку. Разве они не движутся в этом направлении? Эти признаки говорят именно об этом. Призыв к покаянию для тех, кто внутри церкви, и предупреждение к тем, кто за ее пределами. Разве не в этом мы нуждаемся в это время, в которое мы живем? Я считаю, что в этом. Иеремия 4.4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Есть весть для тех, кто не в церкви, но также и весть к тем, кто в церкви. Затем записано предупреждение о грядущем вторжении. «Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле, взывайте громко и говорите, соберитесь и пойдем в укрепленные города». Если когда и будет самое подходящее время для Израиля, антитипа, укреплять города, то это время уже настало. Выставьте знамя к Сиону. Не спускайте знамя, а поднимайте его. Бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Эта гибель уже при дверях. Выходит лев из своей чащи, стих 7, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынею. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Он грядет, и он грядет уже сейчас. А ты, опустошенная, 30 стих, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур. Я использовал новый перевод Карла Якова, потому что для некоторых людей старые переводы могут оказаться трудными для понимания по причине устаревшего языка. Но эти слова довольно ясны. С каким намерением вы одевались бы в пурпур? Это сказано церкви. Эти слова обращены к церкви. К нашей церкви. К церкви адвентистов седьмого дня, антитипу и исполнению прообразов.
Будете ли вы облекаться в пурпур? Кто одевается в пурпур? Разве не блудница так поступает? Вы желаете блудить? Вы думаете, что это вам поможет? Хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, делает свою внешность приятной в глазах мира, украшаясь. Это тебе не поможет. Но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники. Они ищут души твоей. Никто не поможет. Выходите из экуменического движения. Возвращайтесь в укрепленный город. Вавилоняне приближаются. Даже не пытайтесь одеваться в пурпур и красивые одежды. Красить глаза не поможет. Среди тех, кто с надеждой ожидал, что преобразования, проводимые Иосией, приведут к духовному возрождению, был Иеремия, который был призван стать пророком еще в юности, в 13-й год царствования Иосии. Принадлежа к левитскому священству, Иеремия с детства воспитывался для святого служения. Он был пророком для народов, подавленный чувством собственного недостоинства. «О Господи Боже!» — воскликнул он, — «я не умею говорить, ибо я еще ребенок». В юном Иеремии Бог видел преданного своему делу человека, который будет твердо отстаивать истину, невзирая на сильное сопротивление. Существует ли сегодня такая нужда? «Припаяшь чресла свои и встань, и скажи: Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя». Итак, я делаю призыв к молодежи. Поднимайтесь, присоединяйтесь ко всем, кто желает поступать по правде. Движение GYC, движение AYC, Европейское движение молодежи. Молодежь начинает идти вперед. Но этого мало. Нам нужны последовательные люди, говорящие: это правильно, а это неправильно. Мы отстаиваем то, что правильно, и мы больше не будем смиряться с тем, что неправильно. Мы этого больше не хотим. Царь грядет с севера. В течение 40 лет Иеремии предстояло быть свидетелем истины и правды для народа. В годы несравнимого отступничества ему было суждено являть образец служения истинному Богу в жизни и характере. 40 лет. Какой это период? Это период одного поколения, или последнего поколения. Он проповедовал в течение этого поколения, а затем пришел конец. Брошенный в темницу за свои бесстрашные слова, он продолжал обличать грехи, господствующие в высших сословиях. Осмеянный, ненавидимый, отвергнутый людьми, он в конце концов должен был стать свидетелем точного исполнения своих пророчеств о надвигающемся суде и вместе с народом переносить все горе и скорбь, которая последует за разрушением обреченного города. Я верю в то, что мы тоже можем стать такими свидетелями. Он отчаивался много раз. Много раз он желал сдаться. Но Слово Господне было огнем в его груди, и он не мог молчать. Его увещания и предостережения были отвергнуты многими, включая и лидеров Израиля. Поэтому нам необходимо ожидать того же в наше время. Но нужно признать, что не все отвергли Иеремию. И поэтому факт отвержения не означает, что мы не должны проповедовать. 20 глава Иеремии. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Затем Иеремия принял решение: «Не буду больше об этом говорить. Зачем мне это? Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Я так понимаю этого человека. Я был в этом положении. Я говорил: «Господи, я больше не хочу этого делать». Я говорил серьезно: «Я больше не буду этого делать». И Господь не настаивал. Он отошел в сторонку. Я занимался своими делами. Прошла всего лишь неделя, и я уже спрашивал у него: «Ты больше не собираешься меня использовать? Ничего не происходит в моей жизни, никто не задает вопросов. Если это уже конец, то хорошо, но нет же.
Покой нам только снится. Все мои знакомые наблюдают, не споткнусь ли я. Все только этого и ждут. Когда же вы сдадитесь, когда вы упадете? Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Такие условия его окружали. Думаю, что он не раз был в депрессии. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Он идет дальше, бедняга. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын. Он проклял даже того, кто принес весть о его рождении. Это признаки депрессии. За то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее осталось вечно беременным. Он жалел о том, что родился, сильно жалел. Дух пророчества говорит, однако, кроме картин всеобщей гибели, он предвидел то время, когда Господь обновит свой завет с ними. Иеремия 31:12. «И душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более печалиться». Мы пройдем через это время. Оно наступает. Весть была не вся негативная. Ему также надлежало садить и строить. В последующие годы предстояло принять более суровые вести. Он должен был бесстрашно передать людям пророчество о быстро надвигающихся судах Божьих. В Синарских долинах откроется бедствие на всех обитателей земли. Вавилон приближался. «И произнесу над ними суды мои, — сказал Господь, — за все беззакония их, за то, что они оставили меня». Все же пророка было велено наряду с этим говорить народу и о готовности Божией простить тех, кто оставит греховный образ жизни. И в этом заключается точный антитип того, где мы находимся сегодня. Вести, подобные тем, которые передавал Иеремия, будут приниматься с таким же трудом, что и в его время. Вас будут погружать в яму с грязью, вам будут закрывать рот, вас будут заковывать в кандалы. Те вести предостережения были сильными. Эти вести были политическими. Разве не так? Разве они не относились к политике? Конечно, относились. Вести о неминуемом завоевании Вавилона. Сегодня Вавилон обновляет свои силы. Политические союзы наращивают мощь. Мир стремительно движется к учреждению тоталитарной системы, которую так желает установить современный Северный Царь. Более того, Олсо Ваторо, и не только он, но и официальные представители иезуитов говорят, что фашизм – их избранный режим. Фашизм. Мы даже не представляем того, что нас ожидает. В своей книге «Ecclesiastical Megalomania» Джон Робинс показывает тот безнадежный мрак, которого нам стоит ожидать от этой системы. И пока мир восклицает мир и безопасность, Рим укрепляет свои силы, чтобы в скором времени обрушиться на весь мир и застать все страны врасплох. Они провозглашают фашистский режим, они клеймят врагов этой системы ярлыками новых фашистов. Таково диалектическое мышление иезуитов. Когда правительство и экономика соединяются в партнерстве для пользы общества, это уже фашизм. Стена разделения между церковью и государством была возведена секулярными гуманистами и другими врагами религиозной свободы. Вы видите, как это диалектическое мышление переворачивает все с ног на голову. Я думал, что эта стена разделения была воздвигнута людьми, которые утомились от религиозных преследований и которые стояли за свободу религии, но сейчас их называют врагами религии. Эта стена должна рухнуть, они пишут. Те, кто противостоит нашим взглядам, новые фашисты. Итак, они называют эту позицию фашистским режимом и называют всех несогласных фашистами. Изумительное решение. 1999 год. Международная встреча, посвященная вере. Как отмечено в издании Associated Press вместе с Далай-ламой, сидящим по его правую руку, в октябре этого года в Риме Папа провел особый совет с 2000 религиозными лидерами различных вероисповеданий, сект и культов.
И он сказал буддистам, зороастрийцам, католикам, индуистам, шаманам, раввинам, экуменическим служителям, что все должны объединиться в осуждении христианских фундаменталистов, которые нарушают свободу слова и чьи усилия в обращении других ведут к ненависти и насилию. Все присутствующие пришли к согласию по двум вопросам. Первое. Иоанн Павел был одобрен всеобщим консенсусом как главный духовный руководитель и наблюдатель. И религиозные фундаменталисты, отказывающиеся идти в ногу со всеми всемирным экуменическим движением, должны замолчать. Они должны быть осуждены как опасные экстремисты, исполненные ненависти. Это было 10-12 лет назад. Я думаю, что скоро мы все эти слова будем читать в газетах. Скоро это будут печатать. Как мудрый строитель, Иеремия с самого начала своей деятельности старался вдохновить мужей иудеи углублять и упрачивать духовную жизнь полным раскаянием. Теперь они должны начать строить мудро. И на века, отбросив мусор, отступничество и неверие и используя для фундамента чистое золото, очищенное серебро и драгоценные камни, то есть веру, послушание и добрые дела. Единственное, что может быть принято святым Богом. Лучше нам прислушаться к вести современного Иеремии. «Возвратись, отступница, дочь Израилева, — говорил Иеремия, — и я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа. Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами. Ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня». «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Весть эта весьма строгая. Иеремия 6:16. «И расспросите о путях древних». Это хорошие уроки для нас. «Где путь добрый? Идите по нему, и найдете покой душам вашим». Вернемся к древним путям, вернемся к историческому адвентизму, когда мы знали, почему мы называемся адвентистами к седьмого дня, почему мы отделены от мира, почему я отделился от римской католической системы, почему моя жена отделилась от системы немецких реформистов, зачем она это сделала? Зачем мы это сделали? Из-за учения этой церкви. И типология этой церкви говорит мне вместе с пророчествами о том, что это и есть остаток. Однажды, по повелению Господа, пророк сел возле главных городских ворот и там проповедовал о том, как важно соблюдать субботу. «Если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы светить субботу, — Иеремии 17 глава 24-25 стихи, — не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их. Иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». Это обетование о благоденствии, как награде за верность, сопровождалось пророчеством об ужасных судах, которые разразятся над городом, если жители его не будут верны Богу и его народу, его закону. Мы слышим о странных вещах, происходящих сегодня, когда некоторые думают, что не имеет значения время начала субботы, или что нам можно проводить богослужение в некоторых местах в конце субботы. Но если вы начнете богослужение в конце субботы, то вы будете проводить его в первый день недели, а не в седьмой. Так бесстрашно отстаивал пророк твердые принципы праведной жизни, столь ясно изложенные в книге закона. Но в земле иудейской существовали такие порядки, что только применяя самые решительные меры, можно было добиться перемен к лучшему.
Там были серьезные проблемы. И все же большая часть народа не обращала внимания на призыв к раскаянию и духовному возрождению. С самого начала правления Иоакима Иеремия почти не надеялся, что ему удастся спасти любимую страну от разрушения. Однако он не имел права молчать, в то время как царству угрожала окончательная погибель. Верных Богу нужно было воодушевить, утвердить в истине, а грешников по возможности убедить оставить нечестивый образ жизни. Мы уже не можем позволять себе не называть грех своим именем. Масштаб кризиса требовал публичных и далеко идущих мер. Сегодня такая же ситуация. Пророк встал в воротах Дома Божьего. Это правда, а это нет. Справедливость и суд. Иеремии 7, 7 глава с 2 по 7 стихи. «Исправьте пути ваши, не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Мы тоже так говорим. Взгляните на эти камни, взгляните на эти здания, на все это величие, на нашу систему. Но было сказано так, не останется здесь и камня на камне. Иоанн Креститель предупреждал, не говорите, мы дети Авраама. Не существует спасения, передающегося по наследству, спасения по цвету кожи, спасения децибеллами, то есть спасения шумом, криками и пением в церкви. И даже не спасение посредством учения. Существует только спасение, которое во Христе. Только Его праведность может покрыть наше беззаконие, включая и меня со всеми другими. Если будете верно производить суд, не будете притеснять иноземца, мы нуждаемся в обращении, нуждаемся в трансформации. Несмотря на то, что они называли себя избранным народом Божьим, только преобразование сердца и жизни могло спасти их от неизбежных результатов их постоянных беззаконий. Никто не спасается своей принадлежностью к церкви. Не стоит даже и думать так. Я часто спрашивал Господа, почему все те люди не приходят в церковь? Я проповедовал многим группам людей. Меня приглашали целые общины, где я должен был проповедовать эти истины. Целые общины, не принадлежащие к адвентистам седьмого дня, приглашали меня. Однажды, приглашенный в большую общину, я вошел туда и подумал, о чем мне здесь говорить? Может быть, ограничиться какой-то темой, не вызывающей споры? Можно говорить об открытиях науки или на другие темы, может быть, затронуть тему творения и эволюции. Я начал свою серию лекций, там сидел пастор и все остальные члены церкви. Я начал лекцию. Пастор встал и подошел ко мне. Он сказал, «Мы желаем знать истину. Пожалуйста, скажите нам, кто является Антихристом? Откройте нам значение пророчеств. Проповедуйте нам о субботе». И это все происходит в общине, не принадлежащей церкви адвентистов. И сегодня уже есть целые общины, соблюдающие субботу и исполняющие все необходимое, и верующие в истину о святилище, верующие во все важные истины, соблюдающие заповеди Божии, но они почему-то не присоединяются к церкви. Почему нет? Может быть, мы не готовы их принять? Избранный народ жил по внушению и упорству злого сердца своего и стали ко мне спиною, а не лицом. Иеремия 7 глава. Для чего, спрашивает Господь, этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Иеремия 8.5. Если прообраз был таким, то не стоит удивляться тому, что и его исполнение является таким. Нам нужно серьезно присмотреться к ситуации. Иеремия 5 глава. «Не стало у них истины», жалуется он. «Она отнята от уст их, и аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им полететь. А народ мой не знает определения Господне. Неужели я не накажу их за это?» говорит Господь. «Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот?»
Нельзя нам читать эти книги Ветхого Завета и выбрасывать их в своем сознании на мусорную свалку истории. Если эти события – образы для нас, то они относятся и к нам. Мы делаем то же самое. Учение Вавилона уже в наших рядах. Эволюция – уже более желанная концепция для нас, чем так говорит Господь. Стили поклонения Вавилона – у нас все они уже есть. И они более желанны, чем разумное служение, так сказать. Нигде эти духовные вечеринки не приносили возрождения и исследования сердца. Они приводят только к раздорам, неприятностям и отступлению, где бы они ни практиковались в мире. Проповедуйте слово, оставляя мекину в стороне. Они весьма желают проповедовать о чем-то новом и странном. В их великом желании стать оригинальными, некоторые будут представлять необычные идеи, которые по сути одна мекина. Вот у нас и появляется церковь-кофейня и так далее. Даже сейчас можно наблюдать уклонение от возвышенных стандартов. Над некоторыми церковными зданиями возвышаются картины с надписями «Выше нас» или типа того, «Выше нос» или типа того. Что это такое? Многие поворачиваются от живительных истин для нашего времени к фантастическим и нелепым теориям, питающим чувственные умы, готовые принять предположения и догадки, человеческие теории и ложную науку вместо истины, чтобы учить им впитывать их. Все это уже есть в нашей среде. И несмотря на это, церковь для Бога подобна зенице ока Его. Эти люди делают некоторые теории краеугольным камнем спасения, не примигая к ясному, так говорит Господь. Они просто выдают массу вздора, дров, сена, соломы, как драгоценного материала, за драгоценный материал, чтобы выдавать его за краеугольный камень. Но это не устоит в испытании огнем, а будет сожжено. Дух пророчества говорит об этом, прообразы говорят об этом. Взглянем на этот интересный отчет. Церковный рост в современных церквях Южного Тихоокеанского дивизиона. Статья написана пастором Прайсом 31 октября 2002 года. Не совсем недавняя статья. Последние отчеты показывают, что те 5 новых современных церквей, которые были созданы в Южном Тихоокеанском дивизионе между 1985 и 1997 годами, пережили схожие проблемы и трагедии, что и церкви празднования в североамериканском дивизионе, по образцу которых они были созданы. Откуда же это все приходит? Это все теология Уэллоу Крик, теология Сеттлбек. Многие члены этих церквей ушли, и порой даже вместе со своими пасторами. Только одна из 5 все еще остается в союзе с церковью адвентистов седьмого дня. А те оставили церковь. Но на них смотрели как на перспективные общины, потому что они росли очень быстро. Но как они росли? Внешне или внутренне, набираясь истинных духовных сил? Это был всего лишь поверхностный рост общины, построенный по модели других церквей. Многие из созданных общин Южного Тихоокеанского дивизиона также переняли современные стили поклонения. Несмотря на целые серии интервью и опросов лидеров и членов общин, ни одна из этих общин не показала опыта какого-либо значительного роста церкви за счет крещения неадвентистов. Все последовали за образом тех 5 созданных церквей, которые главным образом укрепились, перенимая духовный рост от других адвентистских церквей. А сегодня большинство этих общин даже уже не принадлежат адвентистской церкви. Каковы же плоды? Привело это к обращению или к отступлению привело? Дух пророчества говорит, «Хотя бы предстали предо мной Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему». «Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть. И кто под меч, и кто на голод, и кто в плен, так будут решаться эти проблемы».
Да, это печальный способ решения проблем, но он будет применен. Царь Северный придет, настанут преследования, и состоится великое просеивание этой церкви. Будем внимательны, чтобы нам не отсеяться. Если они откажутся принять милосердие Бога, предложенное теперь, тогда над нераскаявшимся народом разразятся суды, которые столетия назад потрясли Северное Царство Израиля. Если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылая с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом. И город сей предам на проклятие всем народам земли. Иеремия 26 глава. Стоявшие во дворе храма и слушавшие слова Иеремии прекрасно понимали его намеки на Силом и на время Илия, когда филистимляне поразили израильтян и захватили Ковчег Завета. Мы читаем в книге «Пророки и цари». Любопытно. Филистимляне забрали Ковчег Завета и положили его в храме Дагон, который имел рыбный гребень на голове. Рыбный гребень. У него были и свои священники. Они пожелали Божий закон подчинить божеству солнца, Дагону, богу рыбе. Точно так же царь Северный захватил закон Божий и поместил его в своем капище Дагона, в кавычках, и сделал его подчиненным своему божеству. Возможно ли, что даже Израиль будет лишен своего закона? Грех Илия состоял в том, что он легкомысленно относился к беззаконию своих сыновей, совершаемому ими в священном служении и к злодеяниям, творящимся по всей стране. Мы не можем не замечать этих вещей. Израильтяне обольщали себя тщетной надеждой, что, несмотря на их грехи, присутствие ковчега должно обеспечить им победу над филистимлянами. Но это не поможет. Не существует спасения ковчегом, есть только спасение благодатью. Спасение благодатью. Истина нас не спасет. Взаимоотношения с Иисусом спасут нас. Интеллектуальной убежденности недостаточно. Какой серьезный урок для мужей, занимающих ответственное положение в Церкви Божией в наши дни. Вы видите, как дух пророчества постоянно воплощает принцип прообраза и его исполнение, тип и антитип. Это библейский принцип, а не какие-то выдумки. Это не расплывчатые вести, это не натягивание какой-то теории на определенные факты. Это основано на духе пророчества. И лично я убежден в том, что если вы не будете использовать эти вести пророка в вашей экзегезе, то есть в исследовании Библии, то что вам остается использовать для экзегезы? Какой грозный знак, предупреждающий о том, как следует относиться к неправедным поступкам, бесчестящим истину. Пусть никто, считающий себя хранителем закона Божьего, не обольщает себя мыслью, что формальное соблюдение заповедей укроет его от божественной справедливости. Пусть никто не снимает с себя ответственности за совершенный им грех. Пусть никто не осуждает слуг Божьих за то, что они слишком ревностно поступили при очищении стана от беззакония. Ненавидящий грех Бог призывает тех, кто соблюдает Его закон, удалиться от всякого нечестия. Легкомысленное отношение современных людей к собственному спасению и нежелание повиноваться Богу приведет к таким же серьезным последствиям, как это случилось и с древним Израилем. Вот вам и типология. Иеремия был осмеян, поруган, с ним обращались злобно и даже заключали в темницу. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как Силом? Почему ты это делаешь? И город сей опустеет, останется без жителей.
и собрался весь народ против Иеремии в Доме Господнем. И Иеремии нашей церкви будут стоять против большинства. Такое положение дел открывается мне. Священники, лжепророки и народ с гневом обрушились на того, кто не говорил им ласкающих слух слов и не тешил обманчивыми пророчествами. Так весть Божья была отвергнута, и его рабу угрожала смерть. Исполнение этого образа должно быть таким же. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». 26 глава Иеремии. Весть о погибели вызывала большие проблемы. Весть о полной трансформации, думаю, вызовет не меньшие проблемы. Но я все же имею надежду на то, что многие услышат и обратятся от некоторых духовных практик, которые имеют место. Но Иеремия смело стоял перед князьями и народом, говоря: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас». И такие Иеремии нашего времени должны возвышать голос во всех общинах. «А что до меня, вот я в ваших руках, делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Если они что-то решили, то зачем им препятствовать? Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши». Смелость, с которой он пророчествовал, вызвала уважение народа и заставила князей благосклонно отнестись к нему. Вот ведь как! Не все еще потеряно. Если мы будем смело говорить, то даже некоторые князья израильские примут весть. Не все еще потеряно. Старейшины также единодушно отвергли решение священников убить Иеремию. Князья и старейшины одумались. Они вспомнили о Михее, который пророчествовал о судах над Иерусалимом, говоря: «Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом». Затем они спросили, умертвили ли его за это Езекия, царь иудейский, и весь Иуда, не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа, и Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим. Не все еще потеряно. Эта церковь не осталась без истинного свидетельства. Благодаря вмешательству этих влиятельных мужей, жизнь пророка была спасена, хотя многие из священников и лжепророков, будучи не в состоянии выносить обличительную правду его слов, с радостью умертвили бы его под предлогом призыва к бунту. Противостояние будет, но мы можем не бояться. Со дня своего призвания и до окончания служения Иеремия стоял перед иудейским народом как башня и столб, против которого человеческая ненависть была бессильна. «Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя». Эта весть будет звучать до самого конца. Робкий и застенчивый по природе, Иеремия жаждал мира, уютного, спокойного уголка для тихой жизни. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез!» — жалуется он. «Я плакал бы день и ночь о пораженных дочери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них!» Он хотел покоя.
Давид желал того же. «О, если бы у меня были крылья, чтобы я мог улететь». Какие жестокие насмешки он переносил. «Я стал посмешищем для всего народа моего», — говорил он, — «вседневную песнью их. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Наблюдайте за ним, он должен рано или поздно ошибиться». Но каждый день его укреплял сам Бог. Мы имеем то же самое преимущество. Если мы делаем то, что нужно, Бог поддержит нас, даже если мы споткнемся. Он поддержит и поднимет. Не в воле человека путь его, не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня, в смысле, чтобы я не умер. Мы допускаем ошибки, все мы ошибаемся. Когда он, вынужденный пить из чаши скорбей и муки, в своем бедствии был искушен сказать: «Погибла сила моя и надежда моя на Господа», тогда он вспомнил присутствие провидения Божьего в своей жизни и победоносно воскликнул: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Нам нужно записывать то добро, которое для нас делает Бог. Нам необходимо чаще говорить о тех благословениях, которыми Он нас окружает. Так мы будем иметь поддержку. Планы Божьи в рассеянии нераскаянных иудеев. Они не только должны были усвоить уроки послушания и доверия. В своих местах рассеяния им предстояло поделиться знаниями о живом Боге. Многие из сынов и иноплеменников должны были научиться любить Бога как своего Творца и Искупителя. Они должны были начать соблюдать Его Святую Субботу как памятник Его творческой силы. Многие из обращенных язычников пожелают присоединиться к израильтянам и уйдут с ними обратно в Иудею. Никто из них не скажет: «Господь совсем отделил меня от своего народа». Если мы будем стоять за истину, мы увидим тысячи людей, приходящих в эту церковь. Жатва уже созрела, они уже готовы. Многие из них уже знают истину, уже камни вопиют об истине. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, обрадуй их в моем доме молитвы. Они не будут называть себя сухим деревом, они не будут отвержены, они будут иметь лучшее положение, чем сыновья и дочери. Эти люди уже ожидают своего присоединения. Пророку было позволено приподнять завесу далекого будущего и увидеть пришествие обетованного Мессии. Положение казалось безнадежным, но вскоре картина изменилась, и взору пророка предстало чудесное зрелище. Он увидел восходящее солнце праведности и исцеление в лучах его, и полный изумления воскликнул: «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет», — пророчествовал Исаия. Этот чудесный свет мира должен был принести спасение каждому народу, колену, племени и языку. Разве не такова наша миссия? Это наша миссия. И несмотря на то, что мы видим сегодня, эта миссия будет исполнена. «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых». Задание первое — восстановление колен Иаковлевых. И для возвращения остатков Израиля, то есть трудиться внутри церкви. «Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Наша миссия простирается и за пределы церкви. Мы не посланы только критиковать церковь, мы призваны говорить им то, что нужно.
Вглядываясь вглубь веков, пророк видел дословное исполнение этого чудесного обетования. Он видел вестников, несущих радостную весть спасения во все концы земли, каждому племени и народу. Он слышал голос Господа, обращающегося к церкви, проповедующей Евангелие. «Вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток». Он слышал и поручение: «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Нужно готовиться к этому увеличению нашей численности. Эта церковь не станет маленькой. Да, просеивание пройдет, но по мере отпадения одних, на их место придет еще больше других из Вавилона. Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Это сцена действия позднего дождя. «Восстань, светись, ибо взошел свет твой». Мы уже у самого порога откровения этой славы. «И слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю». Это одна сторона. И мрак народа. «А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Что изумляет меня сегодня, так это то, как действует Бог. Он действует там, где вы меньше всего этого ждете. Когда мы были в поезде, только заходили в него в Египте, Египет — мусульманская страна. Вокруг нас такая нищета, что в это невозможно поверить. Мы зашли в поезд, чтобы проехать в нем всего 3 станции, с одного места археологических раскопок к другому. Мы там еле стоим, весь поезд забит людьми. Все люди висят на поручнях и жмутся, как селедка в банке. Мы с другом разговариваем. Рядом какие-то люди, и стоит человек. Нам нужно проехать всего 3 станции. Это около 10 минут. Всего 10 минут. Этот человек слушает нас около 2 минут. Затем он говорит на ломаном английском: «Откуда вы?» Мы отвечаем: «Мы из Южной Африки. Мы с юга». Он отвечает: «Я мусульманин, но я знаю, что есть нечто лучшее. Вы знаете об этом что-нибудь?» Это довольно неожиданное развитие событий, не так ли? В толкотне поезда, с сотнями людей рядом, когда все столпились, подобно селедке, следующий его вопрос: «Мой английский не слишком хорош, но нет ли у вас какой-то литературы, которая открыла бы мне истину?» Мы открываем наши сумки. Мы не одеты, как полагается. Наши вещи остались в отеле, но у моего друга оказалась при себе книга «Великая борьба», а также книга «Желание веков», его личная книга, зачитанная и подчеркнутая повсюду. Но эта нужда гораздо важнее ценности наших подчеркнутых книг. Мы отдаем ему эти книги. Спустя 8 минут он вышел, и мы вышли, чтобы по сегодняшний день уже не видеться никогда. Бог закончит свою работу. Он сделает все, что наметил. Он вызовет этих людей из тьмы в свой свет. Все, что ему нужно, это люди, готовые и имеющие что-то отдать. Это все, что ему нужно. «Возведи очи твои, посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Мы их не заставляли этого делать. Сыновья твои издалека идут». Этот человек сказал тогда: «Мне чего-то не хватает в моей религии. Должно быть что-то лучшее».
и дочерей твоих на руках несут. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены свои, и цари их служить тебе. Я разговаривал со многими высокопоставленными людьми, включая царей и их приближенных. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут весьма отверсты врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Некоторые проекты, проповеди этой вести сегодня финансируются не столько людьми из нашей среды, сколько людьми извне. Это невероятно. Люди, которые не в наших рядах, могут давать большие суммы денег, чтобы эта весть могла звучать на телевидении, через издание книг, видеодисков и тому подобное. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Эти пророчества о великом духовном пробуждении во время беспросветного мрака сегодня исполняются на передовых линиях миссионерской деятельности. Группы миссионеров в языческих странах. «И будет в тот день, — говорит Исаия, — корню Иессееву, который станет как знамя для народов, знамя или знак, обратятся язычники. Если вы будете стоять за истину, вы увидите невероятные вещи. Когда у меня были проблемы в университете, когда меня обвиняли во всем, в чем только можно, кто поспешил поддержать меня? Нет, нет, не христиане. Мусульмане. Они выступили в мою поддержку. И это меня удивило. Близок день избавления, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Среди всех народов, племен и языков Он видит людей, которые молятся о том, чтобы получить свет и знание. Они в смятении, слишком долго они гонялись за пылью. Мы получаем фантастические отчеты. Мы слышим даже отзывы от людей, слушающих эти видеолекции на своем языке, когда они даже еще не напечатаны. Это невероятно. Враг всякой истины совратил их, и они уподобились слепцам. Но, будучи искренни в своем сердце, они страстно желают познать нечто лучшее. Погруженные в бездну язычества, ничего не зная о писанном законе Господа и Его Сыне Иисусе Христе, они все же неоднократно испытывали на себе влияние божественной силы на ум и характер. Те, кто не имел никакого знания о Боге, кроме воздействия божественной благодати, были добры к Его слугам и защищали их, даже рискуя жизнью. Бог отмечает каждое такое дело. У Него есть свои люди везде. Небесный план спасения достаточно обширен, чтобы охватить весь мир. Бог желает вдохнуть в измученное человечество дыхание жизни. Мы наблюдаем пробуждение в Индии, в Китае, в Корее, в бывших странах Восточного блока, бывшие коммунистические общества. Мы наблюдаем пробуждение в Южной Америке. Это все признаки того, что скоро тысячи присоединятся к этой церкви. Может ли быть отнято у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. И великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги». Блажен, кому помощник Бог Иаковлевых, у кого надежда на Господа Бога его. Для всех искренних людей, живущих в языческих землях, правым в очах неба восходит свет во мраке. Бог говорит: «И поведу слепых дорогою, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми». Какое славное преимущество быть частью этого последнего движения. И дух, и невеста говорят: «Приди». Заметьте, и дух, и невеста. Бог имеет церковь. И эта церковь завершит работу, независимо от ее обстоятельств. И слышавший да скажет: «Приди».
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Да поможет нам Бог понимать типологию, чтобы лучше ориентироваться в ситуации и положении церкви и не подвергаться чрезмерному разочарованию. Да, мы во мраке, но свет существует. И очень скоро все поменяется, и Божьей благодатью многие в этой церкви устоят, а остальные будут заменены. Да поможет нам Бог во имя Иисуса Христа. Аминь. В лекциях использованы цитаты из книг «Библия», «Избранные вести», «Свидетельства для церкви», «Пророки и цари», «Библейский комментарий», «АСД», «Патриархи и пророки» и другие. Перевод и озвучивание Кожевникова Павла.